Всем снова привет. И вот что. Когда я заказывал «Звезду смерти» на Алиэкспрессе, ну, Лего-аналог, я также заказал там 3 мини-фигурки. И вот одна из них пришла. Сейчас мы будем распаковывать ее. Так. Ну-ка. Это отложим. Вот и пакетик с деталями. Давайте-ка пока соберем мини-фигурку. Итак, вот и наша мини-фигурка. Это вообще персонаж из игры «Звездные войны. Старая Республика». Не «Рыцарь Старой Республики», а «Старая Республика». Это совершенно другая игра. Я вообще не знаю, что это за персонаж. На Алиэкспрессе было написано, что это Ситх Воин. Он у нас вот в такой вот интересной одежде. Также в капюшоне и маске. Мне вообще сначала показалось, что это дроид, а не человек. Но потом я отказался от этой мысли, потому что дроиды не могут использовать силу, а он может. Он также вооружен 2 световыми мечами. И еще тут вместе с ним еще одна рука лежала. Наверное, запасная. И вы спросите, зачем я его вообще заказал? Ну, поначалу я его хотел заказать лишь из-за световых мечей, которые мне были нужны, потому что отдельно они были слишком дорогие. А потом я подумал, его можно будет использовать вообще всего. Для чего? Чтобы перекрашивать некоторые его детали и делать из этого совершенно другие мини-фигурки. Вот он для чего мне нужен, собственно. У меня уже есть мысли, куда я пущу его капюшон. А насчет всего остального я еще подумаю. Ну, наверное, на этом все.